Семья полицейского, незаконно проживавшая в чужой квартире в течение 2 лет, сделала жилье похожим на сатанинскую секту. Вот такой нам устроили праздник. Красная, видимо, обозначает кровь и какие-то сатанинские знаки. А скажите, пожалуйста, что случилось? Выключите, пожалуйста. Что случилось с квартирой на Казанском шоссе? Я не хочу ничего вам объяснять. И вашим телезрителям. Подробности квартирного скандала сегодня в 7 вечера.